Всем привет! Всем привет! Посмотрите, что у нас здесь происходит. Ох. Мы здесь все разобрали, все здесь сложено. Дети сидят, едят ягодки. Уже съели. И поют. Не обращай внимания, у нас там еще детские вещи сзади валяются. Да, у нас все уборка, Да, пытаемся все разобрать. И, собственно, почему мы тут все разобрали? Да, мы сейчас вот это все уберем. А диван мы будем передвигать, либо вообще его уберем. Я не знаю, еще пока не решили. Сейчас будем смотреть, потому что детский... Ура! Как будто, знаете, гол забили. На самом деле, многие из вас переживали за то, что дети лезут на подоконник. Да мы и сами-то переживаем. Вот, ну да, мы, конечно же, я просто говорю о том, что многие переживали, а мы все это время думали, и, ну, как быть. Уже столько мыслей было, и вот, наконец-то, решили, что, Кирилл? Ну, да, разобрать его, переставить, спинку открутить, тоже убрать. Ну, посмотрим, не знаю, сейчас надо примерим. Посмотрим, как оно будет выглядеть, да, потому что они на окно. А ручки я пытался выкрутить, но там саморез сломанный. Я там заказал инструмент, который поможет выкрутить. Вот окно, потому что. И вот. Да, вот два окна. Сначала мы заказали блокираторы, но видите, у нас получается у нас здесь такие рамы. Мы как-то переживаем то, что испортим их или еще что-то. Начали думать по-другому. В общем, да, просто открутим ручки, а когда понадобится, будем их вставлять и открывать окна. Поэтому, да, будем начинать приступать, все откручивать, делать перестановку. Ну и, соответственно, вам все покажем, как у нас все получилось. Гол! Сейчас дадим тебе гол. О, у нас даже там вещи валяются. У нас везде вещи валяются. Вот это башня, Милан, у тебя. Ну что, а мы приступаем. Но прежде чем приступить, мы сначала сделаем обзор на робот-пылесос от фирмы Roborock. Что это у нас такое? Пылесосик? Итак, нам прислали вот такой вот робот-пылесос фирмы Roborock. Модель называется Qrevo Pro. Вот, сейчас мы будем с вами вместе распаковывать. Девочки нам будут в этом помогать. Да, малыши? Давайте, вот так. Вытаскиваем коробочку. Вытаскиваем. Давайте, тяни, Машунь. Вот. Теперь у нас две коробочки. Смотрите, какой у нас робот-пылесос. Да, тут очень интересная есть функция Flex Arm Desync. Это выдвижная лапка. Это мы сейчас вам подробно все расскажем об этом, да? Будем распаковывать? Ага. Давай. Девчонки уже здесь начали распаковку. Да, они впервые папы. Так. Марусь, что там у тебя? Так, что это у нас? Давай, Машуль, покажем. Что это у нас? Это у нас так, руководство пользователя. Так, сама инструкция. Ага. По ней будем собирать пылесос. А что у Милашки? Так, Миланочка, что у тебя? Давай посмотрим, зайка. Тут у нас... Запасные мешочки. Мешочки запасные. Так, давайте дальше смотреть. Да? Так, тут у нас такие вот щеточки из микрофибры, которые моют пол. Так, вот он, сам пылесосик. Девчонка, мне терпится его достать. Да, они прям обожают всю эту технику. Так, это у нас шнур питания. Сам такой пылесос. Видно, что тяжеленький такой, да? Ну, такой, относительно. Сейчас мы его откроем. Ну, кстати, я бы не сказал, что прям тяжелый. Такого белого цвета. Да, смотрите, какой. И все покрутить надо. Так, сюда вот устанавливаются щетки для мытья полов. Также вот выдвижная лапка как раз. Это все я вам расскажу, это новая технология. Что у нас там дальше-то? Они уже пленку снимают. Смотрите, какая у нас тут станция. Ух ты!
Машунька уже все распаковывает, да? Оп. Маленькие обзорчики. Да. Так, это у нас резервуары для воды. Для грязной, наверное, для грязной и чистой, да. Такие вот. Давайте, доченьки, давайте поставим. Опа. Так, как они устанавливаются. Вот так. И вот так. Помогает. Помощница. Помощники. Нравится вам? Ой, как они прям любят это все. Доставать, распаковывать. Так, ну все, вроде все мы показали. Теперь папа подробнее расскажет все о нем нашим зрителям. Да? Перед нами робот-пылесос Roborock Yurevo Pro выпускается в белом и черном цвете. Итак, давайте начнем с многофункциональной док-станции. Сверху у нас располагается вот такие вот контейнеры под чистую и грязную воду объемом в 2,7 литра, что позволяет автоматически пополнять резервуар в пылесосе. Чуть ниже у нас располагается отсек для автоматического сбора мусора. Это позволяет освободить ваши руки почти на месяц. А главное преимущество док-станции — это мойка швабры горячей водой в 60 градусов. Горячая вода эффективно удаляет стойкие пятна и другую грязь, а также дезинфицирует и убивает 99,7 бактерий на швабре, особенно после уборки кухни или столовой. Позже проделаем с вами интересный эксперимент и покажем все на деле. Ну и, конечно же, сушка швабры теплым воздухом после окончания работы. Сам робот-пылесос обладает мощностью всасывания в 7000 паскалей и имеет очень интересную систему выдвижной швабры Flexi Arm Desing. Эта функция помогает добиться безупречной чистоты углов и краев без усилий, обеспечивая покрытие на 98,8% с точностью до 1,85 мм. Скорость вращения швабры 200 оборотов в минуту. Двойная швабра поворачивается и надавливает, чтобы легко удалять пятна, оставляя полы чистыми. При обнаружении ковра швабра поднимается на 10 мм, чтобы не намочить ковер. После уборки грязной зоны пылесос поднимает швабру и возвращается на базу, оставляя полы чистыми. Система устраняет слепые зоны для эффективной уборки. Также пылесос обладает реактивной технологией обхода препятствий. Сами видите, как он объезжает, эта функция полностью освободит ваши руки и поможет сосредоточиться на других делах. Я тут рассыпал мусор, чтобы показать вам, как он быстро и легко справится с этой задачей. Как видите, с задачей он справляется на отлично. Мощность всасывания выше, чем у большинства других пылесосов. Итак, я вам обещал эксперимент, так давайте его проведем. Я нанес на швабру равномерно масло, чтобы показать, как быстро оно растворится в горячей воде 60 градусов, в отличие от комнатной температуры. Но результат вы видите сами, думаю, тут без комментариев. Это отличный и незаменимый помощник. Вы можете заниматься своими делами, пока робот-пылесос делает уборку за вас. Ну и, конечно же, роботом-пылесосом можно управлять с помощью мобильного телефона, что делает это еще удобнее для пользователя. Ну и на этом наш обзор будет завершаться. А ссылочку на этот замечательный пылесос Roborock Yurevo Pro мы оставим в описании к этому видео. А также по промокоду, который вы сейчас видите на своих экранах, можно получить дополнительную скидку в 5% на все покупки в магазине. Переходите и заказывайте. Разобрали мы диван, и посмотрите, что тут. Я думаю, у каждого под диваном, у кого есть дети, такая ситуация. Это, подождите, это еще получается вот здесь, а что еще внутри там? Ну, я думаю, тоже там что-то есть. Давай, поднимай. Ну, там грязь. И что? У всех там... Ух ты! Там все грязно, сейчас будем все это пылесосить, убирать. Ну да, мы продолжим. Ну вот что у нас вышло. Мы решили, получается, диван передвинуть сюда. На самом деле мы хотели сначала его убрать вообще, но пока решили попробовать и посмотреть, как будет, если он будет стоять здесь. Нижние полки мы опустошили практически полностью, поставили туда книжки, вот такие планшеты. Ну то, что как бы они играют постоянно. Но мы, наверное, их тоже это все уберем, потому что вот посмотрите, что из этого происходит. Да, буквально за минуту все опять на полу. Ну, да. Ничего страшного. Там тоже все разберем, чтобы они... В общем, докуда они могут дотянуться, мы все уберем. Таблетки, соответственно, у нас там раньше таблетки стояли. Тоже все это будет убираться, чтобы у них доступа не было. Единственное, у меня вот тоже переживание, все-таки, возможно, они будут по этому стеллажу как-то подниматься. Ну, посмотрим. Если это действительно начнется, то этот диван поедет на второй этаж. Вот. Он уже постепенно туда переезжает. У нас подлокотники туда уехали. Теперь спинка. Спинка. Так, тихо. Милаша. Все хорошо, все хорошо. Все хорошо. А ручки на окнах мы пока не открутили. У нас не хватило времени, потому что мы здесь пока все разбирали, убирали. А с полок все, в общем, уже чуть ли не ночь наступила. Ну, не ночь тут еще.
так. Ну, понятное дело, что вечер темнеет, сейчас рано. В общем, вот такая ситуация у нас здесь. Вон, посмотрим, как дальше. Пошла. Пока. Ты что, прощаешься? А куда ты уходишь? Куда ты от родителей уйдешь? Тебя никуда не пустят. Пи-пи-пи-пи, мышка, да? Не в настроении. Ксения у нас сегодня с самого утра не настроение. А это кто? Вот. Жираф, да? В общем, у нас история с диваном как бы продолжилась. Мы установили здесь диван, но все равно дети пытались залезть теперь по стеллажу вверх. Ну и мы с Ириной приняли решение диван оттащить на второй этаж. На самом деле мы приняли решение даже не из-за этого, а Ксюша просто диван упала. То есть, получается, она улетела в эту сторону. То есть, как-то они были перевозбуждены от того, что диван переставили к шкафу, начали пытались, да, там забраться на шкаф, и последней каплей стало как раз, что Ксюша улетела в эту сторону. Ну и Кирилл такой, все, теперь разбираем точно. И, в общем, мы его отнесли на второй этаж. У нас есть еще телеграм-канал, там мы заранее тоже там ролик выложили по поводу дивана. То есть, кстати, кто не подписан, обязательно подписывайтесь, там выходит иногда очень интересный материал, но не суть. И там многие писали, и хотелось бы вот всем ответить, вот сейчас вот Ирина ответит, почему мы там девочек, там слово нельзя, они у нас типа не знают, мы не приучаем, как будто мы им все дозволяем. Это на самом деле не так. Вот. Давай, Ирина. Нельзя, мы говорим каждый день по несколько раз, не знаю, по 100 раз в день, я бы так сказала. Просто дело в том, что они понимают и знают это слово, но они, если вдруг у кого-то что-то получается, то есть, например, мы одному ребенку говорим «нельзя», потому что он там что-то делает, смотрим, а другой ребенок уже, например, на подоконник там лезет. Естественно, мы переключаемся на него, и этот как бы... Все, от него отстали, он делает все, что хочет и так далее. Они знают слово «нельзя». Как-нибудь, кстати, мы это продемонстрируем. И они начинают, конечно же, плакать. Им горько обидно, что, потому что им, например, на подоконник вот нельзя, хочется. И, естественно, говорим «нельзя» тогда, когда они уже, например, залезли. То есть, например, ну, не знаю, вот, например, я с Ксюшей смотрю книжку. Поворачиваюсь, например, Маруся сидит на подоконнике. Машу не тянется. Ты куда меня ведешь? Естественно, начинаю я ее ругать. Ей горько, обидно, не хочется уходить с дивана. Но, естественно, я стаскиваю с него, с подоконника. И говорю, что нельзя, например, так делать. Но они настолько маленькие, не надо говорить о том, что мы это не употребляем, мы не ругаем детей, не занимаемся воспитанием. Что значит, мы не занимаемся воспитанием? Мы занимаемся воспитанием. Они просто сейчас еще пока у них возраст такой, у них все слезы. То есть нельзя сразу плакать. Соответственно, как бы у нас, не знаю, целый день у нас горькие слезы. Вот даже сейчас Ксюша плакала. Плакала, потому что хотела то, что ей нельзя. То, что, например, какую-то игрушку, не, точнее, не игрушку, а взрослую вещь, мы не дали. Вот, сидела, ревела, вот только успокоилась. Еле-еле. Да, Ксюш? Поэтому, ну, да, в нашей семье классная. Мы воспитываем. Вот. То есть слово «нельзя» это у нас есть. Объясняем, что это опасно, можно упасть. А насколько я, то есть, такой паникер, скажем так. Кирилл, очень сильно паникер, все знаете. Да, то есть я все это вижу, и я не дозволяю. То есть как бы они сами лезут и сами это делают. Плюс они прощупывают, у них там возраст, да, там границы какие-то. То есть там вседозволенности и так далее. То есть мы, естественно, мы за безопасность наших детей. То есть у нас заборы. Там что-то я там обклеивал мягким, то есть у нас везде там защиты там стоят, а в розетках все, то есть как бы поэтому мы только за безопасность. А они вот, ну, не знаю, как в семье с одним ребенком, кто рос там, это намного, мне кажется, проще даже, то есть, ну, когда один ребенок там ходит, прыгает там и так далее, то есть как бы у нас там один ребенок залазит на диван, за ним подтягиваются еще двое, они начинают на нем беситься, толкаться, а с одним ребенком такого нету. Поэтому, я думаю, мы ответили на вопросы, потому что уж очень много комментариев, нужно приучать к слову «нельзя».
как приучать? Вот расскажите, может, у кого-то опыт есть? Нет, вот, давайте только, поделитесь. Пожалуйста, без насилия и ремня. Да, без насилия и ремня, то есть там наказывать, то есть там ремень взять, то есть как бы, чтобы они боялись, то есть мы такого не хотим. Да, Ксюшенька? То есть, да, поделитесь. Объяснять они не понимают. Да, поделитесь опытом, как вы сидели там, объясняли. Мы также, то есть, сидим по несколько, там, в день точно по часу, по полтора и объясняем, что такое нельзя, это опасно, там, на стол нельзя лезть, можно упасть, нельзя лезть на подоконник, там, и так далее. То есть, поэтому ждем в комментарии, как вы приучали к слову. Да, и вот так вот у нас выглядит помещение без дивана. Да. Вот, да, у нас диванчика нету. Ну, опять же, мы ищем свои плюсы. Это вот, вот что-то там просит. Что, наверное, нельзя. Ну, плюсы какие есть? Места стало больше. Детям места стало больше бегать. Поэтому, ну, ничего страшного, побудем без дивана. На самом деле мы его в любой момент можем вернуть, этот диван, потому что он далеко не уехал, не отдали и не выкинули. Он здесь, он рядом. Просто, наверное, какое-то время, чтобы они привыкли. То есть какой-то период. К подоконнику, что ли, я не знаю. Да, должен пройти. Кто-то писал про барьер, но я не представляю, какой высоты он должен быть в пол стены. Ну да, там кто-то и кактусы предлагал на подоконник поставить, что они будут колоться и понимать. Ну, как бы любой способ хорош, я, конечно, понимаю, то есть там по-своему, но мы вот прибегли к такому решению, то есть как бы все нормально. Розетки, кстати, а тут скажут, там, розетки закройте, сразу покажу, они закрыты там двойной защитой. Поэтому места стало больше. Кто-то напишет, что радиатор у нас теперь открытый, будут они обжигаться, скоро дадут отопление. Но у нас мы его дома перекроем. Настолько тепло, да, у нас одна батарея, вон та будет, скорее всего, работать, которая, да, за кухней закупили. Как раз. Вот, а это будет у нас перекрыто. Да, обои подклеивал, девочки опять отбирают. Поэтому. Ручки снимем попозже, Кирилл открутит их совсем. Окна будут без ручки. Да. Поэтому места много. Так, кстати, да, еще, наверное, сейчас тоже в скором времени вигвам им принесем, бассейн с шариками. То есть, ну, дивана нет, будет, зато девочкам. Скорее всего, да, игрушки уберем, ну, основную массу. Ставим здесь бассейн и вигвам. Поэтому как-то так. В общем, пишите в комментариях, как вы там приучали своих детей к слову «нельзя», что вы делали, как учили. Послушаем. А еще горку. Горку мы еще им поставим. А еще горку. И кольцо сегодня вернем. И кольцо, да, еще сделаем. Вот. Блин, вот так нельзя. Вот. Вот дерутся, говорим нельзя. Вот вроде Маруся, вот понимаем. И опять же, она понимает только, когда ей выгодно. Она бывает, то есть, стоит, знаете, то есть, получается, там, говоришь, Маша, нельзя, а она так из-под бровей глазки вот поднимает. Так вот это выглядит. Да. Типа, есть что? Нет. Да? Ты такая хитрюля! Ты такая хитрюля! В общем, будем с вами прощаться. Вот такое видео у нас получилось. Как говорится, «Прощай, диван» называется. Вот. Насколько ты его назовешь ехал? «Прощай, диван»? «Прощай, диван». Возможно. Да. Ну что, с вами были тройняшки-крупняшки. До новых встреч. Пока-пока-пока! Пока-пока! Пока-пока! Ты расстроилась? Не хочет прощаться. Пока-пока! Да, Миланочка, он тоже машет. Пока!